Чтобы научиться делать буквы, вам нужно понять, что уравнение, например, вот такое, это как чашки весов. У вас одна чашка весов должна быть равна второй чашке весов. Поэтому вы всегда можете доложить на обе чашки весов одинаковые вещи. На обе, с обоих убрать одинаковые вещи. Умножить на одно и то же или разделить. Но обязательно нужно делать это с двух сторон. Например, вы можете с двух сторон добавить, например, минус c. Минус c здесь, минус c здесь. B, конечно, с плюсом, потому что b и плюс b это одно и то же. Плюс c и минус c сокращаются. Потом вы можете с двух сторон b минус a, я уже переписываю пример, убрать букву b. Допустим, мы ищем a. Да? Выбираете букву b. Как? Минус b. Минус b здесь. Сокращается. Остается минус a равно d минус c минус b. Меняете знаки у всего, чтобы было не минус a, а плюс a. Получается a равно минус d плюс c плюс b. Вот он ответ. Также вы всегда делаете с отниманием и так далее. Теперь умножение и деление. Что делать, если у вас пример такой? А умножить на b равно c. Как вам найти а? Сначала, как всегда, выделяете, что вам не нужно. b не нужно. Как избавиться от b? Поделить на b. Но это нельзя делать с одной стороны, поэтому мы должны делать с двух сторон одно и то же. Поделили на b с двух сторон, смотрим, что сокращается. b и b сокращаются. Соответственно, получается а равно c делить на b. Пример, если у вас а делить на b равно c, что же делать тогда? Умножить с двух сторон на b. c и c делить на 1 – это одно и то же. Запишем так. Умножаем на b, умножаем на b. b и b сокращаются. Остается а равно c умножить на b. Наконец, что делать, если у вас а снизу? b делить на a равно c. Я предлагаю для начала сделать так, чтобы a оказалась сверху. Как? Умножить на a с двух сторон. А и a здесь сокращаются. Получается b равно c умножить на a. Теперь как избавиться от c? Делим. Остается a. Потому что читать можно и справа налево, и слева направо. Вот. Как решать смешанный пример? Например, такой. Сначала вам надо все то, что как бы одно, то, что как бы в скобке, оставить одно здесь. Для этого нужно избавиться от буквы c. Домножаем на c, домножаем на c. Сокращаем. Остается a минус b равно d умножить на c. Я открыл скобки, потому что теперь это не важно. У нас это отдельно. Ну, они стоят отдельно, они ни на что не делятся. Теперь остается убрать минус b. Как это сделать? Добавить плюс b с двух сторон. Получается a минус b плюс b равно d умножить на c плюс b. b и b сокращаются, остается a равно d умножить на c плюс b. Также решаются все остальные примеры.